ставили себе 4 бетонные стены и множество инструментов. Но речь пойдет совершенно о другом. Мы живем в 21 веке, где все стремится к чему-то новому и улучшенному. И искусство не исключение. Меня зовут Ноэка Федор, и сегодня я расскажу вам про музей современного искусства под названием «Гараж». Этот музей, к слову, занимающий 5-е место по посещаемости среди музеев Москвы, был основан в 2008 году в здании Бахметьевского гаража автобусов. Отсюда и берется его название. Лишь в 2012 году музей переехал в парк Горького, где находится до сих пор. Изначально он располагался во временных павильонах. Сейчас же у него есть 3 основных здания. Вы можете сходить на эксклюзивные сеансы фильмов в гараж-скрине, посетить лекции и курсы в образовательном центре и, конечно же, сходить на выставки в основном здании. Музей совмещает образовательную и выставочную деятельность, а за годы работы было реализовано более 100 выставочных проектов, которые непосредственно вовлекают в процесс творческого взаимодействия. Ретроспективы мировых художников и персональные выставки ждут вас именно здесь. Таким образом, гараж станет отличным местом, чтобы провести время с близкими, обогатив свой внутренний мир и сделав кучу крутых фотографий.